продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. А я такой молодой и юный, мацу и впереди. А я такой молодой и юный, мацу и впереди. Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас минуту на минуту начинаем. Смотрю, кто еще кто есть. Ос, 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 ос. Хорошо. Ай, всем доброго дня! Ос. Итак, конец в кавычках рабочей недели. Пятница. Потянули сверху вдох. Рука за головой и в сторону выдох. Ич, ни, сан, ши, урук, сич, хач, пью. Дзю, вдох. Выдох. Ич, ни, сан, ши, сич, хач, пью. Дзю, вышли. И, ич, ни, сан, ши, руку, и, ич, хач, пью. Дзю, руки вперед. Ич, ни, сан, ши, го, рук, ич, хач, пью. Дзю назад, ич, ни, сан, ши, го, рук, ич, хач, пью. Дзю разные, и, ич, ши, го, рук, ич, хач, анта, ни, и, сан, ши, го, рук, сич, хач, руки встряхнули. Хорошо, ухти, ич, ни, сан, ши,
Стиснули руки. Расслабили руки, поднять импульсом от ног руки наверх. Уронить вниз. Встряхнуть. Как будто вот как белье стирается мокрое. Да? Руки такие тяжелые. Хорошо, еще немножко скрут. Джугу здесь. Джу сапута йокагири. Ни сан ши го рук сичачки. Джу ханде. Ни сан ши го рук сичачки. Джу перешли. Дай соку. Ни ши го рук сичачки. Джу. Чу соку. Ни сан ши го рук сичачки. Джу. Каката. Ни сан ши го рук сичачки. Джу ханде. Дай соку, ични санши горок сечки уджу, чу соку, ични санши горок сечки уджу, какая-то ични санши горок сечки уджу. Хорошо, прокачка. Чуиш. И, ай, сан, ай, ши, ай, го, ай, я, руку, ай, антай, ич, ач. Хорошо. Сразу вышли в обратную бабочку. Лягушка. Мы не расслабляем таз. Сам. Чия. Го. Руку. Сич. Хач. Кю. Дзю, хорошо, на левую, чни санши. Сейчас, кюджа, дай, я. Чни санши. Кюджа, я, хорошо. Мах пяткой, ч. Ни, ай. Сан. Ши, я. Бу. Руку. Сич. Хачей. Кю, эй. Дзю, я собрали ноги, прогнулись назад. Ични, сам ши, го, рук, сичачки. Дзю, хорошо упали. Назад. Ични, сам ши, го, рук, сичачки. Дзю, вышли. Я, хорошо. Плечи. Ични, сам, эй. Ши, я. Го, я. Руку. Сич. Хач, лопатки сводим. Кю. Дзю, я. Ханта, ич. Ми, плечи. Сан. Ши, я. Го, эй. Руку. Сич. Хач. Кю. Дзю. Кошка, ич. Эй. Эй. Бу. Эй, я. Руку. Эй. Эй. Кю. Дзю. Правый. Эй. Эй. Сан. Ши. Бу. Руку. Эй. Эй. Кю. Дзю. Попробуй. Эй. Ми. Сан, чи, го, руку, ич, ач, кю, дзю, ханта, ич, и, я, сан, чи, я, го, руку, сич, ач, кю, эй, дзю. А, хорошо. Выше на пальце. Сан ши го рук сичачки. Дзю прошли. Хорошо. Сели. Пальцы рук. Ични сан ши го рук сичачки. Фух. Дзю эй. Ични сан ни. Ни сан сан ни. Сан ши ни. Сан здесь. Сан ши го рук сичачки. Дзю ични сан ши го рук сичачки.
Дзю, плечи встряхнули, хорошо, руки растерли. Растираем. На пальцах. Идем вперед на пальцах. Назад. Да, времени мало, к сожалению. И сжали пальцы. Хычни санши горок сичачки. Аща. Хорошо. Миги санши дачи юй. Помай ты. Хычни санши горок сичачки. Со всей силы сжали кулак. Хорошо, коготь в конце. Антай. Ич, ни, сан, ши, го, рок, ич, ач, кю, джу, шкаште. Стихнули руку. Айноры. О, хорошо, с разминкой разобрались. Чиндзэнь и рэй. Ос, поправили форму. Пока мы поправляем форму, ребята, послушайте, значит, на следующей неделе внимание больше будет у нас уделено ударом ногами. Вот. И, скорее всего, вторник-четверг я буду выкладывать задания по ОФП. И уже будете делать без меня. Тоже, опять же, на этом аккаунте. Надо освободить время кое для чего там полезного. Вот. И второй момент. Значит, на следующей неделе мы переключаемся больше, переключаем свое внимание больше на удары ногами. И что-то еще хотел вам сказать умное. А, и завтра в час дня, как всегда, прямой эфир. Готовьте какие-то вопросы, подумайте, что вы хотели меня спросить, так, чтобы с толком провести время. А то я буду рассказывать про индейцев опять. А эта тема, кроме меня, никому не интересна. Так. Итак, времени у нас остается еще пока нормально, поэтому мы еще немножко времени принесем, так сказать, отдадим дань уважения школе карате. И сегодня у нас тема Ренракудес Combination. Combination руки-ногейшн. Как связываются руки-ноги. Спешите видеть. Только у нас и только один раз. Инстаграм Mad Max Dojo, час дня. И сегодня с нами Тимур, мексиканец, мау! Ну как там у вас дела, ребята? Что там происходит? Происходит захождение к нам. Хорошо, кто-то поставил класс. Хорошо! Не зря тренировался, кто-то поставил мне класс. Ладно, давайте быстренько, сейчас мы быстренько здесь жесть. Чинзэни, эй! Айгон вазажимас! Миги санчиндачи, ой! Камайте! Айцюки чудан, юккури, эч! Вкручивание, эй! Реверс, сан, рывок бедра! Щи! Го! Живот, руку! Эч! Эч! Кю! Хай! И 20 раз сильно, быстро сильно. Хай, хай, бутылку. Хай. Айч! Хай!
он соблюден и польза несомненна. Вспомним вчерашние заморочки Тачиката. Потому что на следующей неделе уже начнутся всякие новые дела. Так. Хайсоку дачи. Стопы вместе. Хайсоку. Да? Мусуби дачи. Закрыли пах. Накопили энергию в центр. Пятки вместе. Носки врозь. Мусуби. Непоколебимость. Учхатиджи дачи. Крест. Руками. Сото хатиджи дачи. Или шизентай. Чарли Чаплин. Хайко дачи или йой дачи. Так, поворачиваюсь боком. Хидари дзенкуцу дачи. Натянули лук. Натянутый лук. Вспомните, попробуйте, можете ли вы быстро шагнуть назад. Угу. Теперь оттянулись, шагнуть вперед. Теперь оттянулись назад. Коккуцу дачи. Всю эту машу руку я сделаю сейчас. Санчин дачи. Кибадачи. Миги, дзенкуцу дачи. Натянули лук. Миги, коккуцу дачи. Санчин дачи. Кибадачи. Хай, эч. Эй. Хан. Эй. Эч. Эй. Хан. Эй, закрепляем с теми насадками, с теми техниками, с которыми мы делали в последнее время, да? Гидан Марай. Эч. Учука. Эй. Сам. Эй. Эч. Эй. Хам. Эй. Обратите внимание, я во всех действиях акцентирую вот этот доворот в конце. Независимо, блок это или удар. Я напоминаю, что сейкен уке — это удары на самом деле по конечностям, это не просто блоки. Хай. Эч. Эй. Хан. Эй. 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 Мауре. О, хорошо. Встряхнулись. И вспомним сегодня еще новую тачиката сложную. Открытые стопы. Для старших поясов. Попробуем, никому она не повредит. Мусуби дачи. Шика дачи. Стопы наружу. Так как вам удобно. Позиция другая немножко. В киба у нас. Киба в себе содержит какое-то количество санчина. Это такая история. То здесь наоборот, как раз то, чего вы обычно добиваетесь в киба. Низко садимся, и чем шире колени, тем лучше. Низ живота подтянуть. Да. Вправо, влево посмотрели. Колено у нас направлено так, чтобы его не сломали, да? Вот так скажем. Да. Угу. Переносим вес тела на левую ногу и делаем вот такое зачерпывающее движение. Разворачиваем таз. Бам! Это называется ура дзенкуцу или окинава кокуцу дачи. Здесь. Угу. Отталкиваемся передней ногой, оттягиваемся назад. Делаем всю тому ошибки. Неку ашидачи. Кот. Кот. Взлетаем вверх. Делаем цуру ашидачи. Да. Ставим колено под колено. И доворачиваем ручку. Как и дачи. Крючок. Разворачиваемся. Шизентай дачи. Шизентай дачи кара. Шика. На правую ногу вес зачерпываем. Раз. Перенос. Оттяжка. Некуаши. Кот. Царапается кот.
Сураж цапля. Как это? Шизентай. Стопы здесь развернуты. Чем оно отличается от кота, которая первая кота, тачката? Тем, что здесь мы учимся уже продвинутой форме, когда мы открываем стопы, у нас уже мы не закрыты. Да? Первым делом мы закрываемся, и со временем мы становимся такие более открытые. Еще разочек давайте поделаем. Мусуби. Добавим позицию шизентай. Шизентай, да? Стопа наружу. Шика. Стопа наружу. Окинава копку сюда. Оттяжка. Кокуцу здесь, а не кваши вот. Одна стопа всего лишь. Да. Как кот. Цураш. Подраскрыться немножко, во все стороны вырасти. Как и дачи. Шизентай дачи. Соединили ноги. Мусуби дачи. Шизентай дачи. Шика дачи. На правую. Хэч. Некваши дачи. Хэч. Сураши дачи. Как и. Как и дачи. Шизентай дачи. Еще по одному разу на каждую сторону. Мусуби. Шизентай. Шика. На левую ногу. Ура как ура дзенгуцу. Некваши дачи. Цураши дачи. Как и дачи. Шизентай дачи. Мусуби. Шизентай дачи. Шика дачи. Направо. Ура дзенгуцу. Некваши дачи. Сураши дачи. Как и дачи. Шизентай дачи. Ну давайте еще разочек. Мусуби. Шизентай. Шика. На левую. Ура дзенгуцу. Некваши дачи. Сураши дачи. Как и дачи. Шизентай дачи. Мусуби. Шизентай дачи. Шика дачи. Ай. Здесь. Правая нога впереди. И оп. 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 Ай, на уре. Ус. Таким образом, всю программу базовую, которую мы должны были сделать сегодня, мы выполнили. И приступаем к кумите ваза. Шинзэни. Эй. Ай. Тимур сан. Ус. Сегодня мне помогает Тимур по прозвищу Сэмпай. Он же мексиканец. Ос. Так, давай сначала туда лицом. Ай, дай кумите на камай. Ой. Камай ты. Ай. Эя. Коккара, отсюда. Вспоминаем базу. Выпад ушли. Два ушли. Поехали. Эч. Давай боком. Ни. Эч. Ни. Угу. Внимание. Одна нога постоянно остается на месте. Да, эта нога провоцирует. Эч. Ага. Теперь оттяжка назад. Ни. Ага. Давайте бункай посмотрим. Эч. Ни. Оттяжка, да? Спровоцировал, оттянул. Эч. Эй. Эч. Эй. Эч. Эй. Эч. Эй. Хорошо, поменяли стоечку. Сразу на один счет. Нога, база, нога, база. Эч. Бам, бам. Ни. Сам. Ши. Го. Руку. Сич. Хач. Ку. Дю. Нет. Хорошо. Аймай на
основу основ сегодня. Основа основ — это три комбинации. Повернулись прямо. А, ой, ус. Значит, первая тема. Я делаю выпад и наношу удар у Идзуки. Вернулись. Вторая тема. Я наношу раз, два. Два удара, пока ногу дальнюю не подтягиваю. Двоечка. Вернулись. Третья. Я наношу раз, два. И третий с места наношу шиток. Пока стойку растягиваю. Мы с вами сделаем так. Тимур будет делать фронтально, я буду делать в боковой плоскости, чтобы все было понятно. Вот, все понятно. Да, ой, да, я понял. Двойка, тройка. Один, два, три. Одиночный, двойка и тройка. Айкамайте. Ач! Вторая рука в голове. Не! Пока нога дальняя остается, мы из базы не выходим. Это пока не вот эта история, ребят. Пока сейчас этого не делаем. Пока только используем этот толчок. Растягиваем стойку, возвращаемся на базу. Сан, раз, два загрузили, оп, снизу подцепили. Ай, эч, эй, сан, эч, эй, сан, крутиться больше, эч, эй, хэн, эч, эй, хэн, эч, эй. Эч! Эй! Хэн! Эч! Эй! Хэн! И опять на базу. Эч! Эй! Хэн! Хантай дальней ногой назад, по передней ногой назад и меняем стойку. Да. Напоминаю, что стойку меняем всегда шагом назад. Почему? Потому что если я пойду вперед, я повернусь фронтально. И в момент смены стойки считается очень удачное положение, если вы ударили. Он не готов защищаться. Работаем дальше. Справа. Все наоборот. Левше. Эч! Эй! Сан! Эч! Эй! Хан! Эй! Эй! Хан! Щи! Эй! Хэн! Го! Ни! Сан! Раку! Эй! 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 Еще немножко. Эй! 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 Слышно. Хай на ура. О, хорошо. Запомнили. Комбинация, да? 1, 2, 3. Все очень просто. Теперь сделаем то же самое с Идо. Внимание. Боком показываем. Эч, растянул, вернул. Ни, раз, два, дальнюю ногу уже подтягиваю. Ударил, использую силу этой ноги. И еще и центр подтянул, удар гораздо сильнее будет. Но после этого волной оттянулся. Да? И третье, раз, два, и отсюда, ла, пока с места зашагивать не будем. Вернулся здесь, да? Окей, раз? Поехали. Пока мы руки вспоминаем, сейчас подключим ноги. Тимка, понятно? Да. Ай. Первый раз нога остается дальняя на месте. Клюю его. Эч! Провокация. Нет! Пробил и вышел. Сам! И вернулся на свое место. Здесь уже важно, чтобы под ногами не было вот такой растянутой позиции. Чтобы вот как вы стоите здесь, здесь, постоянно двигаясь, все время ноги уже подо мной. Все время ноги подо мной. Это совсем другая немножко философия. Следующий уровень. Здесь мы растягивали стойку, а здесь мы уже подтягиваем ногу, чтобы сохранить позицию, как танк. Как будто танк под нами. Хай, поехали. Первый раз растягиваем стойку и сразу возвращаемся, как на резиночке. Провокация. Эч! Эй! Ложитесь и выше. Сан! Эч! Эй! Сан! Эч! Эй! Сан! Эч! Эй! Ха!
растягивайте ногу уже. Эй! Эй! Сам! Эй! 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 Хан! Хантай, поменяли стойку. А это то же самое. Эч! Эй! Сам! Эч! Эй! Ха! Эч! Эй! Хан! Эч! Эй! Хан! Еще немножко. Эч! Эй! Хан! Эч! Эй! Хан! Хорошо. На ура! О, с ясно, попрыгали, дыхание восстановим. Еще один шаг развития. Раз, вернулся, да? Раз, два, вышел. Внимание. Раз, два, три, поменял стойку. Пока, да? Прямо вперед будем ходить. Знаешь, давай сделаем. Ты туда пойдешь, а я сюда пойду. Ай. Хидарику вытяну камайой. Давайте, эй, и? Клюнули, ач, раз и вышли. Не вложились, бам-бам и вытянули. Сам, бам-бам и шагнули. Да. Ач, раз, два. Не, раз, два, вернулись. Сам, раз, два, шаг, проткнули. Молодцы, развернулись. Поехали. Ач, эй, сам. Ач! Эй! Сан! Вот и... Ач! Эй! Сан! Ач! Эй! Ха! Вот и развернулись и добавили настоящую скорость. Эй! Ач! Эй! Ха! Ач! Эй! На уры. Ос. Ос. Хорошо. Дыхание восстановили, встряхнулись. Ну что, давайте займемся кумите ваза дес. Реннераку ваза. Ос. Итак, немножко теории. Мы с Тимуром находимся на дистанции Майгири. Почему мы на такой дистанции сразу не находимся? Напомню, что на этой дистанции, если опустить условность кумите по правилам Кикушинкай, происходит следующее. Либо происходит уже захват, либо происходит жестокий мордобой, в котором выживает неизвестно кто. Эта дистанция, ну, не должна часто присутствовать в бою на самом деле. Гораздо лучше... Попробуй меня ударить. Оп. Оттянуть, да? Оп. Реагировать оттяжкой. Оп. Оп. Да, можно делать такие вещи. Раз. Да, маневрирование. Я стою на безопасной достаточно дистанции Майгири. Да. Чтобы я мог отклониться от Майгири. Да, такая дистанция. И в то же самое время я легко достаю его падением. Да? Оп. Или... Пробуйте. Я его достаю. За счет этого короткого подшага. Мы изначально учим этому, потому что реальный настоящий бой без контроля дистанции это невозможно. Контроль это главное. Внимание, маай дистанция, чувствительность дистанции это на самом деле определяющее в настоящем боевом искусстве. Достаточно взять в руку любой железный предмет и вам сразу захочется держать с ним дистанцию, если вы не успеете войти под замах. Все, другие варианты исключены. Вы не ставите стоять на дистанции того же гвоздя, да, принимать мужественно и делать вид, что вам все равно. Даже если вы обморозок, все равно вы истечете кровью и упадете в конце концов. То есть, ну это вообще не вариант, эта тактика, ну, не работает. Я думаю, что об этом надо предупредить, чтобы... Есть даже статистика погибающих спортсменов, которые думают, что будет как на соревнованиях. Как на соревнованиях не будет.
И в кёкушине есть определенная условность, как и в других видах, которую нужно понимать. Мы занимаемся прежде всего боевым искусством. Изначально как оно возникло, я уже рассказывал. Били друг другу морду, подумали, давай не будем бить, давай будем, чтобы голым кулаком драться, бить в корпус. Все. Но мы продолжаем отрабатывать именно то, что нас может спасти в ситуации там, улицы, скажем. Ладно, поехали дальше. Итак, мы стоим на дистанции, представляем себе противника в вашем случае, который стоит на дистанции Майгири. Покажи, пожалуйста, еще раз. Когда я от Майгири могу легко уклониться и сам небольшим выпадом достаю дистанцию. Соответственно, у нас получается такая игра. Раз, и я два. Да, мы вот в таком находимся взаимодействии. Не оставляя оба с чувством собственного достоинства, не оставляя свои замки, мы здесь ведем перестрелку. Это называется база. Да? Это первое, что мы сделали. Второе. Мы сделали с вами базовые комбинации руками. Я покажу. Вход короткий, это как клюв, коротко. Тук! И вышел. Да? Второе. Уже я почувствовал, что дистанция мне подходит. Я успеваю ударить. И я наношу туда. Заношу хорошо дальнюю ногу. Вышел. Третий вариант. Мы сделали два варианта. Первый. Ту-ту. А! По печени здесь. Да? И второй. Ту-ту. Тимур пошел немножко назад, и я в шаг его достал таким ножом длинным. Теперь к этим секретным комбинациям, которые, естественно, золотыми связками являются нашей школы, которые никто никогда больше не знает и не увидит, кроме вас. Мы добавляем ноги. Комбинация первая. Цуки, правый лоу. Все комбинации сейчас, которые будут идти, они основаны на принципе крест. То есть я бью левой, значит потом будет правая. Я заканчиваю правой, и потом значит будет левая. То есть я все время работаю крестом. А мы с Тимуром будем делать на один счет. Я делаю раз, два, вышел, и ты мне то же самое. Раз, два. Будем пока принимать. Угу. Работаем вместе с нами. Запомните, видите, мы не стоим так, что просто выпрямил руку и ударил. Я никуда не попаду. Мне приходится сделать выпад, для чего мы много с вами ходили в дзюдо, да? Чтобы научиться быстро перемещаться. Итак, начинаем. H. Раз, два. Сразу. Раз, два. Угу. Вторая комбинация. Внимание. Я бью. Раз, два. И добавляю лоу-кик в дальнюю ногу. Почему? Левая, правая и левой ногой заканчиваю. Прошу. Бам-бам. Бам. Да. Третья комбинация. Я бью трояк, не меняя стойки. Ра-та-та. И отсюда, глядя честно в глаза, как будто хочу Тимуру закинуть хайкик, вот такую штуку кидаю ему по ноге. Тима отвечает мне тем же. Аща! Понятно? Поехали. Эйч! Бам-бам! Ни! Бам-бам-бам! Сам! Бам-бам-бам! Уай-ни! Обратите внимание, всегда есть вход. Я не просто на месте отрабатываю, а и работаю со входом. Тимур начинает. Эч! Бам! 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 Ни! Бам-бам! Бам! Еще раз. Сначала еще раз. Ни! Еще раз. Бам-бам! Ва-и! И бам-бам! Дай ногу. Ва-и! Сам! Па-па-пам! Вам! Ага! Вам-пам-пам! Левый шито. Правый лоу. Так, еще. Я начинаю. Эч, бам, 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 бам. Ни, бам, бам, ваги. Бам, бам, ваги. Сам, ва-ха-ха, ваги. Ваги. Тима начинает. Эч, бам, 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 бам. Ни, бам, 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 бам. Сам, бам, бам, бам. Бам, 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 бам. Еще разочек. Кто начинал сейчас? Я начинал. Я начинал, ага. Эйч! Оп! Эй! Вошел и развил, да? Вокнул и развил, да. Ни! Бам-бам! Эй! Дай немножко, бам-бам. Дай немножко, ага. Сан! Ва-а-а! Быстро! Ту! Хорошо. Ай, ура! О, хорошо. Так, поменяемся местами и сделаем то же самое. Правой ногой вперед. Тимур начинает.
Ач! Раз, два, да. Раз, право, два, лево. Ни! Раз, два, ба-бам! Раз, два, ба-бам! Сан! Раз, два, три, ба-бам! Раз, два, три, ача! Эй! Давай ты все время будешь начинать, чтобы мы не мучились. Ач! Бам, 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 бам. Ни! Бам, бам, бам. Можно, 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 так можно делать. Это допустимо, в переднюю ногу допустимо, конечно. Сам! У! Ай! Айща! Ач! Эй! Сам! Ач! Ни! Эй! Это другие надрабатывают? Сам! Эй! Тимур у нас является действующим спортсменом по тайскому боксу, помимо Кокушина, поэтому он в тренировочном процессе находится и иногда путается. Ай, еще немножко. Эч, бам, 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 бам. Эй, бам, бам, эй, бам, бам. Эй, напутал сам. Сам, бам, бам, бам. Эй, бам, бам, бам. Эй, я. Назад, внимание, ос. Померяйте местами, спасибо. Так, другая, по поводу, как вы можете это отрабатывать, смотрите, можно делать раз, возвращать ножку назад, и раз-два, возвращать ножку назад, да? Раз-два-три, возвращать ножку назад, но также не является на самом деле ошибкой, если вы делаете раз, оп, пронесли к себе, раз-два, если у вас такая техника смахивающая, это тоже не является ошибкой, даже такая штука, как вот так, раз, два, три, тоже не является ошибкой. Можно делать и так, например, на третий счет. Можно делать два шлепка и третий проносить. В целом, немножко тут на ваше усмотрение. Вот, еще немножко работаем. Фух. Работа следующая такая. Я называю для себя лично, я придумал так, это, что вот это кресты, это левое, правое, да? Правое, левое. А есть комбинации одноименные, они более, так сказать, гармоничные. Когда идет левая, правая, за ней правая. Да? Правая, левая, за ней левая. Я хочу сказать один важный момент. Смотрите, вы чувствуете, когда бьете раз, что у вас хороший заряд здесь, правильно? И вы лупите. Да. Так вот эта комбинация, когда идет раз, второй удар, он пустой. Его задача отвлечь внимание противника, он смотрит на мою руку и под моей рукой, под пустой рукой идет настоящий удар. Вот в чем фишка этих комбинаций. Пожалуйста, еще раз. Я мог бы сделать так, смотрите. Это допустимо, нормальная комбинация, вполне нормально. Но комбинация связанная, ой, она содержит в себе спрятанный удар. Я показываю комбинации. Я одно делаю. Первое. У нас, помните, база является руки. Раз, раз, два, раз, два, три. Потом мы делали крестики. К этой руке мы добавили правую. Закончили правой, добавили левую. И закончив левой, добавили опять правую. Идем в следующий уровень. У нас это седьмой кю. Первый удар левой. Я добавляю подскок и удар левой. Второй удар левой, правой. Сразу за правой рукой заходит правая нога. Правой. И третья штука. Внимание. Раз, два. Тим, чуть-чуть сдвинься, пожалуйста, назад. Я бью шито в шаг. И этой же ногой полирую в печень. Моя любимая штука. Давайте посмотрим еще раз. Я покажу три раза, а потом мы будем по очереди совместно делать. Первое. Спрятанный удар. Смотрите, какая штука страшная. На самом деле. Он может быть раз, два, без всего. Он может быть за счет того, что рука, это, например, я тук, хорошо ударил Тимур, да? Тук, да. И вон, извини, вот. Это называется молния. Комбинация ее нарушима, когда мы, извини, пожалуйста.
Второе. Она может идти сюда, в ногу, она может идти сюда, в печень, да? А это классная штука. Итак, разрушки убираем. Можно тоже делать, да. Ты можешь делать раз с места, раз с забеганием и раз с разножкой. Все эти три варианта являются правильными, в зависимости от той задачи, которую ты ставишь. Если разножку делаем, то делаем. Пожалуйста, смотрим внимательно работу. И H вошел, внимание, подскакиваю и бью в дальнюю ногу. Тимур тоже самое. H раз и сюда. Да. Можно разножкой, можно шагом. Давайте поделаем эту именно комбинацию. Я H, ты ни. Отдельно будем, отдельно еще, чтобы они успевали. Поехали. H. H. Ни. Ни. Сам. Сам. Ши. Ши. Отлично. Го. Го. Вторая комбинация. Двойка плюс нога за ней. Еще раз, ребят, если я бью просто двойку, то главным ударом является второй удар. Я бью. Та-тан, да, вхожу туда. Ага, основной удар. Но если я бью за ним нога, то этот удар не является основным. Он является отвлекающим. Он прячет настоящий отряд. Понятно? Значит, сейчас делаем раз, два, три. Да. И H. Раз, два, три. H. Раз, два, три. Ага. Ни. Раз, два, три. Ни. Раз, два, три. Ага. Сам. Раз, два, три. Сам. Раз, два, три. Ши. Раз, два, три. Ши. Раз, два, три. Ага. Го. Раз, два, три. Го. Хорошо. И самая сложная штука с шагом вперед. Помните, да? Мы делали вариант, когда раз, два и делали с шагом вперед удар. Тут важна стопа, чтобы шагала к стопе, надо стремиться к этому. Потому что если он отходит, считается, что максимально без напряжения, без всякого, за счет того, что занести вес, я могу ударить, когда ставлю стопу к стопе. И тогда у меня появляется над ним контроль. Фу. Поэтому мы стремимся туда, даже если он отскочит, и нам придется потянуться, мы не очень сильно развалимся. В общем, суть такая. Итак, мы немножко будем уходить после двойки. Медленно начинаем. Сам, раз, два, отходишь чуть, раз, и, внимание, ребята, чуть сюда. Смотрите, видите, какая-то штука? Я из-под этой руки забиваю, например, чудом на ваши, или я забиваю джодом на ваши, или я просто забиваю лоу-кик. Все будет прекрасно. Еще разочек я сделаю, покажу. Мне удалось его сдвинуть. Раз, два, вот я зашел, и с этой же ноги добавляю. Очень крутая штука, потому что я очень мощно захожу, удар ногой получается очень тяжелый. Давайте попробуем именно эту комбинацию, также разделим шаг и с этой же ноги прям добавляешь. Да? Еще раз вот сделаем, чтобы не запутаться. Ага, да, все окей? Хай, поехали! Я начинаю. Эйч, раз, два, три, бам. Ни, раз, два, три, бам, да. Сан, раз, два, три, бам. Ши, раз, два, три, эй. Го! Раз, два, три. Э-я. Руку! Раз, два, три. Э-я. Сич! Хач! Два, два. Ай! Кю! Эш! Эш! Дзю! Эй! Э-я. Добре. И сделаем пошагово теперь. H, ni, san. Еще раз логику хочу, чтобы вы поняли. Особенно ученики нашего бранча. Логика, база является базовыми, самыми простыми комбинациями. Является 1, 2, 3. Да? В разных сочетаниях с разными шагами. Добавляется к ним либо крестом нога, либо добавляется одноименная нога. Все, все. На этом все волшебство заканчивается. Это основные базовые комбинации на синий пояс. Еще разочек. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Первая комбинация. H. Раз. Из-под руки. Ага. Ни. Бам, бам, бам. Ай. Сам. Бам, бам, бам. Можно разножку сделать и сюда закинуть, да. Сам. Из-под руки. Ай.
Эйч! Ни! Сан! Сан! Эйч! Уровни можно менять. Эйч! Ни! Эй! Сан! Еще по одному разу. Эйч! Эйч! Ни! Ни! Сан! Добре? Ос! Ос! Хорошо, отдохнули. Ну что ж, закон соблюден и польза несомненна. Сделаем в дополнение маленькую задачку, бой с тенью, в котором мы в течение одного раунда повторим все, что мы услышали сегодня. Раз, раз, два, раз, два, три, например, да. Раз, два, да. Раз, два, два. Раз, два, три. Бам. Три вида мы сделали. Три руками, один, два, три. Потом три плюс один крестом и три плюс один позицией. Давайте сделаем бой с тенью. Свободно. Ай, камайте. Хорошо. Поехали. Работаем свободненько. Связываем комбинации. Стараемся делать то, что мы сегодня делали. Кресты и одноименные удары. Кресты и одноименные удары. Чаще использовать переднюю руку. Потянул, потянул, клюнул. Побил, побил. По периферии. Тук. Точно сплетение. Добре. Ус. Ху. Ай, кумита база. Ямате. Чинзани, рей. Атагани, рей. Поправили форму. Остался блок Д дополнительный. Д. Говорят, класс же есть. Пишет класс. Сколько времени, ребята, у вас? Кто-нибудь видит счетчик там? Сколько? 5 минут есть у нас? Нету? Не пойму, ни хрена мне непонятно по этой аппаратуре планшетной. Кто видит, сколько осталось времени? Так, окей. Прикольно. Я прошу, сколько времени не пишут класс. Ну что это? Давайте я про... Или... Физическую подготовку будешь делать, чини? Пусть я могу. Да? Давай вместе сделаем, чего. Итак, месяц карантина заряжен. Да, молодой воин и старый тигр. Да. Сейчас дадим вам жару. Пятиминутный раунд. Можете сразу поставить свой таймер. Делаем самую простую на свете штуку. Мы делали 5 отжиманий, 5 пресс, 5 выходов на носки или выпрыгивания с приседа. Можно просто приседание полное делать. Делаем сегодня 7-7-7. По 7 раз, хорошо? Три упражнения, да, получается? Три упражнения. Отжимания, пресс и приседания. Без бурпи. С отжиманий, начи, без бурпи, все три. Три упражнения, 5 минут. Итак, ребята, если трансляция вырубится, ваша задача засесть сейчас 5 минут, посмотреть на часы и сделать 5 минут. Все готовы? 3, 2, 1. Отжимания. Отжимания. 7 раз.
И руку. И ничего. Произвольное упражнение, да. Руку. И ничего. 7, 3, 7, 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
Го. Друг. Ай-я. Каждый в своем темпе делает. Семь, семь, семь. Три упражнения по 7 раз. В течение 5 минут по кругу. Эй. Семь, 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 напоминаю. Заканчивается время.